Показать город через события, а не через здания и памятники, решила фотограф одной из ивановских газет Мария Сибирькова и организовала выставку «Иваново. События и лица». 28 самостоятельных снимков и большой коллаж. В работах город на буднях и в праздники, летний и зимний, торжественный и унылый. Это третья персональная выставка Маши Сибиряковой. В этот раз автор выступает как фотограф-патриот. Какой-то свой образ мне не хотелось навязывать. Но вместе с тем мне хотелось рассказать о значимых элементах и аспектах города, чтобы рассказ был как можно шире и можно более цельный. Здесь отражены и момент, аспект, что это город невесты, то, что это текстильный край, и то, что это русский Манчестер. Здесь рассказывается и о политической жизни общества. Репортаж – излюбленный жанр фотографа. Снимки непременно должны быть динамичные, честные, художественные. У Марии своя техника работы. Она снимает много, буквально все, что видит. А затем отбирает из получившихся фотографий лучшие. Из всех мероприятий и событий, которые посещает Маша, больше всего ценит те, которые показывают скрытую от глаз обычного человека сторону города. Посетители, жители областного центра в работах должны были увидеть неизведанное Иваново. Машины работы, они помогают увидеть совсем другой город. У каждого человека город бывает свой, осознанный на каких-то вот своих впечатлениях. А здесь как раз показаны те моменты, которые мы не замечаем. Моменты счастья, моменты грусти, моменты красоты. На выставке много героев. На снимках больничные клоуны, постояльцы ночлежки, девушки из танцевальных коллективов, осужденные колонии, военнослужащие. Все они – неотъемлемая часть города, его лица. Вячеслав Сверчков, заглянувший на выставку, остался в восторге от фотографий со своим участием. Маша сумела на инаугурации застать первых лиц региона врасплох. Я ее не видел, мне было очень интересно, потому что она действительно в период подготовки, как я понял, перед тем, как я говорил клятву главы города, я вижу, что я волнуюсь на фотографии, да. Это так интересно, и поэтому я уже попросил Машу, если есть возможность, сделать копию, поэтому она мне пообещала. Глава города отметил, несправедливо, что выставка представлена на площадке, расположенной в Ивановском районе, в музее Цветаевых. Жители областного центра тоже должны познакомиться со взглядом на город Марии Сибиряковой. Вероятнее всего, через месяц экспозиция переедет в один из выставочных залов Иваново. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.